20 миллиардов евро дополнительно власти Франции планируют получить с крупных компаний за счет повышения налогов. Меры будут действовать 1 или 2 года и коснутся организации с годовой выручкой от миллиарда евро. С таким предложением выступил премьер-министр Франции Мишель Барние. Политик выразил обеспокоенность высоким риском финансового кризиса в стране. В качестве мер для его предотвращения глава нового правительства предлагает сократить расходы в бюджете на сумму 60 миллиардов евро в следующем году. К примеру, 40 миллиардов евро из этой суммы планируют сэкономить за счет сокращения госрасходов. Также власти Франции планируют добиться уменьшения расходов различных министерств, местных органов власти и бюджета программы социального обеспечения.